Приветствую всех на канале Only Top Games и хочу порадовать вас очередным розыгрышем игры. В этот раз это комплексный симулятор жизни стримеров, который так и называется Streamer Life Simulator. Вкратце о самой игре. Станьте одним из самых популярных людей в мире, начав с абсолютного нуля. Улучшайте своего персонажа и покупайте себе новое снаряжение. Покиньте плохой район и поселитесь в новом, с более сильной интернет-структурой. Создайте компьютер с необходимыми функциями и начните потоковую передачу данных. Вы можете общаться со своими подписчиками и собирать пожертвования. Смотрите игры, в которые вы играете. Вы можете инвестировать заработанные деньги и приумножить свой капитал. Следите за новыми играми и событиями и покупайте новинки. Стримьте нужную игру в нужное время. Позвольте новым людям открыть вас для себя. Проявите себя перед зрителями и выиграйте турнирные призы, участвуя в соревнованиях по популярным играм. И, конечно же, станьте самым популярным стримером в мире. Интересные особенности геймплея. Вы можете не только стримить, но и взаимодействовать со своей средой и выполнять другую работу, чтобы заработать дополнительные деньги. Исследуйте мусор вокруг вас и найдите полезные вещи. Продавайте в ломбардах и подрабатывайте. Зарабатывайте деньги, выполняя дополнительную работу. Покупайте домашних животных и веселитесь с ними. Ну а если вам и это не подняло настроение, тогда можете отправиться в стрип-клуб, там оно точно должно подняться. Разработчики и издатель – небольшая инди-студия Cheesecake Dev. Требования к компьютерному железу довольно щадящие, поэтому запуститься игра должна практически на всех ПК. Игра вышла 21 августа 2020 и набрала уже более 700 очень положительных отзывов в Steam. Если вас заинтересовала данная игра, то получить ее можете совершенно бесплатно, поучаствовав в розыгрыше на канале. Условия розыгрыша очень простые. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и на группу канала ВКонтакте. Оставьте любой комментарий под видео с указанием своего ID ВКонтакте. Это то, что идет после слэша vk.com. Это все. И, конечно же, не забудьте, что у вас должен быть открыт вид подписок, иначе я не смогу увидеть, что выполнили условия конкурса. Победитель будет определен через неделю, результаты опубликованы в группе канала ВКонтакте. Внимательно выполняйте условия конкурса и пусть удача улыбнется достойнейшему.